Отшумела на полях района большая жатва. Трудная, жаркая в прямом и переносном смысле. Но хлеборобы района выдержали этот серьезный экзамен, собрали весомый урожай. В целом можно с уверенностью сказать, что не напрасен тяжелый труд земледельцев. Скошено и обмолочено зимых колосовых 14 570 гектаров. Собран неплохой урожай озимых колосовых на зерно. Валовый сбор по району составил 72 620 тонн зерна. При среднерайонной урожайности по озимым колосовым, составляющим 49,8 центнера с 1 гектара. На сегодняшний день в Кашкабльском районе полностью завершена уборка урожая 2017 года. В этом году уборку урожая фемисское хозяйство начали где-то числа 25-24 июня. Это на 10 дней позже, чем в прошлом году. Всего к уборке, значит, подлежало убрать около 14 тысяч гектаров озимых зерновых культур. В том числе, значит, озимого ячменя убрали 1700 гектаров, озимой пшеницы убрали более 12 тысяч гектаров. К уборочным работам было приготовлено около 100 единиц техники. Из них где-то 60-70 единиц – это техника высокопроизводительная техника. Также на перевозку зерна тоже было задействовано около 150 единиц техники. В общем, по урожайности, значит, в среднем по району, по озимым мы в этом году, значит, урожайность у нас составила 49,8 центнера с гектара, это ячменя и пшеницы. А по отдельности, значит, озимый ячмень у нас составила 48 центнеров, это больше, чем в прошлом году, на 2-3 центнера. А озимая пшеница, значит, урожайность составила в этом году 51 центнеров. Это меньше, чем в прошлом году, почти на 6-7 центнеров. Не сказать, что, значит, все шло гладко. Год был трудный, но несмотря во все эти погодные условия, несмотря во эти все, значит, капризы погодные, фермеры подошли к уборке слаженно и убрали, так можно сказать, в оптимальные сроки. Можно было закончить и раньше уборку, но, конечно, мешают всегда погодные условия. И в этом году тоже погодные условия помешали к уборке урожая. Убрано, я думаю, в этом году качественно, слаженно и с высокими показателями. Таким образом, по результатам уборочной страды Кашхабльский район занимает второе место в республике. В этом году, значит, по республике мы занимаем по урожайности, значит, второе место. В прошлом году мы заняли первое место, а в этом году второе место. Я думаю, это тоже достойный результат по республике. Можно было и больше урожая взять. Почти озимых подтопило у нас 1500-1700 гектаров. Потом во время уборки в эти вот шквалистые ветер был, град тоже побило немало площади. Это все связано. Говоря о результатах жатвы, нельзя обойти молчанием передовиков уборочной страды – комбайнеров Вадима Шифера, Александра Семенченко, Алексея Наваленко, Виталия Яценко, Каплана Бурсова, Нурия Куфанова, Альберта Бакиева, Мурадина Кубзичева, водителей Аслана Папова, Мурадина Тхугова, Нурбия Кулова и многих других, добившихся наивысших показателей в уборке зерна. Нынешний урожай от сева до уборки потребовал от наших земледельцев много сил и умений, использования всего предыдущего опыта и мастерства, которых нашим людям не занимать. Несмотря на то, что район добился хороших результатов, останавливаться на достигнутом нельзя. Земледельцы сегодня живут другими заботами. Идет комплекс послеуборочных работ, впереди уборка пропашно-технических культур, а там и закладка будущего урожая.